Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Мистер Препер. Мы с вами остановились на том, что заполучили вторую фазу развития нашего плана побега, условно говоря. И теперь мы с вами стоим перед сложным выбором, потому что нас теперь часто посещают товарищи с разведки, так называемые, что нас, скорее всего, будет немножечко отвлекать. Ну и, соответственно, усложняются правила работы с агентами. Это грустно, возможно, даже прям печально, но в целом, я думаю, жить можно. Так, забираем это все добро, мы еще не все разобрали, что мы хотели разобрать, но, как вы сами понимаете, не факт, что разберем в ближайшем будущем. Так, здесь у нас что? Вода заканчивается, пополняем запасы. Ну, не сама вода, естественно, как вы могли понять. А заканчивается урожайчик. Так, здесь тоже поливай, поливай, поливай. Нам нужно сейчас, по идее, заменить... подсолнухи данные, замечательные, которые приносят нам монетку, заменить на... да, я здесь забрать не смогу. Ну, ладно. Заменить на гуарану. Потому что, во-первых, нам по заданию гуарана нужно, во-вторых, нам самим уже не хватает гуараны для создания так называемых энергетиков. Поэтому в любом случае нам придется с этим работать. Так, полил-залил. Здесь у нас что, не хватило топлива. Генераторы еще полдня проработают точно. Так, заправься. Тут у нас как дела обстоят? Тут у нас не лезет. А, мы же хотели. Сегодня точно, на второй день. Сейчас мы тут еще повозимся один день. На второй день мы попробуем быстро пробежать всю пустыню. Я не уверен, что у нас это получится, но у нас будет радиоприемник, типа. Нам должно стать немножечко проще. Так, во-первых, охотники. Забирайте вот это все дело. Мне давайте вот это дело. В небольшой плюс выйдем в конечном итоге, и слава богу. Так, мадам. Почему я нажимаю кнопку, она не нажимается, мать твою. Так, забирай вот это добро. Тебе мне дать нечего. Тебе я могу остаточный мусор отдать. Если сильно хочешь, конечно же. Здесь контейнеры, шмейнеры, кстати, да. Если у нас контейнер будет всегда находиться здесь, мы можем сейчас попробовать запихнуть сюда апгрейдик. Улучшить. Возможно, это нам поможет, а возможно и нет. Так, и второй апгрейдик у нас был на комнатофабрике. Это улучшение ускоряет создание предметов. У нас здесь как раз двойная комната. Ну, бляха. Тут проблема в чем? Проблема в чем? А, похер. Запихнем сюда. Я надеюсь, что улучшение ускоряет создание предметов не только тех, которые автоматически создаются, а те, которые мы еще создаем. Иначе это все было напрасно. Все, впихнулось. Апгрейдит вроде бы. А я могу забрать? А, я могу забрать в любую секунду. Вообще не вопрос. Так, хорошо. Для примера проверим. Условный ящик. Условный шкаф. Ну, вроде бы меньше. Но я могу ошибаться. Я ведь тоже человек. Так, хорошо. С этим разобрались. Охотникам мы все втюхали, да? Да, охотникам мы втюхали все, что могли. Так, здравствуйте, соседушка, как ваши дела? Что-то мне придолбалось. А, я на нее сквозь стену нажал, я понял. Вопрос закрыт. Вопрос закрыт и больше не поднимается. Да, бляха, у нас все книгами забито. Ох, если у нас найдут эти книги, ох, к нам вопросы появятся. Прям море вопросов, я бы сказал. Так, это тоже оставь, фотка ничего не весит. Здесь одна наживочка осталась, 10 гнили. По весу у нас вообще голяк. Так, что у нас пришло? Еще море бабла. Сколько у нас? 800 монет. Сейчас, по заданию у нас нужен был электроника, металл и водород. А, в шахту сейчас, наверное, попробуем сбегать, наверное. Я не уверен, правда, что там что-то будет. Но сбегать в любом случае надо. Так, поймать сигнал, найти что-нибудь оскорбительно незаконное. Так, 20 электроники, это уже, по сути, вызов своего рода. Так, подожди, куда ты побежал? Это своего рода вызов... Но мы с горем пополам, у этого челика по одной электронике можем покупать, а там можем закупать по... Не помню. Честно говоря, не помню. Там у нас с одного телефончика, по-моему, 2 дают. Но... В ближайшем будущем мы, наверное, 20-ку соберем. Сколько у нас сейчас на руках? У нас сейчас на руках 8, при том, что 2 телефона где-то, по-моему, валялись у нас, нет? Два телефона есть, причем эту штуку я тоже могу разобрать, она оказалась бесполезной херней. Пока что в нашем случае. Так, запас еды, наживки у нас есть. Давайте наживочку с собой возьмем. Красную пока здесь оставим. Состакайся. Быстренько разберем. Где она? Телефончики. Разобрать два телефончика за 20 минут. Неплохо.
Так, давай телефончика и вот эту шляпу разбери еще. Вообще супер. Итого у нас уже 11 электроники. Мы по чуть-чуть идем ввысь, вверх. Так, а здесь на грейд нам нужна тоже электроника, металл и стекло. Ну, грустно. Что я могу сказать? Так, печунь уже свое отработал, да? Давай сюда металл, 20-ка металла есть. И, по-моему, я ж не весь. У нас еще 11 где-то железа должно быть, вот. Сейчас запустим еще это добро. Так, семки гуараны и мясо еще готово. Семки гуараны, это, конечно, супер. Так, получить. Эти выросли уже. Да, ёпперэсэты. Когда мы будем успевать это все делать, я не понимаю. Так, собрать. И я выложил семки, да? Угу. Семки гуараны. Они же нихера не весят, да? Не, весят, слушайте. Они прям... Ч-ч-ч-ч-ч. Ты что ж такое делаешь? Они прям нормально весят. Так, давай сюда посади. Привет вам от соседей немножечко. Так, все, полив есть, пусть растет. У меня большие надежды на то, что мы сможем все эти кусты гуараны вырастить, иначе мы останемся без энергетиков. А это будет очень плохо, очень. Так, открывай, энергетик. Еще 4 штучки. Быстренько забабахай. 2 часа, успеем ли мы в пещеру? Я думаю, да. Одежда у нас есть, единственное, что там люлей довольно много. К этому нужно будет как-то, что ли, морально подготовиться. Так, энергетик бахни из имеющихся. И закинь, пожалуйста, сюда. Состакаешь, додумаешься, красавчик. Так, беги сюда. Здесь мы еще получили ништячко, который мы заказывали. И параллельно сейчас попробуем продать подсолнухи еще. Забирай, бабуля. Счастья тебе, здоровья. Короче, бабок у нас пока более чем достаточно. Побежали быстро в лес. Рн-дн-дн-дн-дн-дн. Так, мы же переместились на 5-й уровень, да? Сейчас проверим. Так, главное, что... Ух ты ж, ёпрест. У нас главное то, что у нас есть хренов... Бляха, их забирать, по сути, сейчас надо. Либо мы их все потеряем. Не все, кстати. 2 еще можно переставить. Ладно, 2 поставим, фиг с ним. А эти надо забрать. Их по-хорошему нужно разобрать. И по новой выставить. Возня? Согласен. Потратим кучу времени? Тоже согласен. По-моему, мне кажется, что мы отложим немножечко работу с шахтой. Есть у меня такое предчувствие. Так, где у нас ловушечки? 3. Разбирай. Это сколько займет? Это уже почти час. И сейчас мы их попытаемся заново скрафтить. Это тоже займет определенный кусок времени. Где у нас ловушечка медвежья? У нас там осталось 2, соответственно, ставь 4. Это еще 2,5 часа. Ну, короче, да, сами считайте. Убийство 4 часов ради того, чтобы сэкономить на ловушках. Все ради экономии, никак иначе. Так, есть, забирай все. Что-то там нам еще привез. Так, энергетик в рот. Это забирай. Давайте хотя бы в лес успеем сбегать. Ужас, сколько у нас работы, это просто капец. И там надо заработать, и там пошевелиться. А это все время. Да бляха, ужас. Собака. С одной стороны, хорошо, что они так быстро срабатывают. С другой, от него... Ой, стоп, сейчас поднимать нельзя. Поднимать нельзя, а-та-та. Будет а-та-та, если будем сейчас пытаться поднимать. Что, прям сюда нужно ставить? Что же вы молчали? Так, 2, 3, 4. Эти забираем, мы их потом разберем. Будет время, будут средства, и мы обязательно это сделаем. Сюда пока закинь обычные. Очень хорошо, что они быстро срабатывают, много дают, но нам все равно придется красные юзать рано или поздно. Хотим мы то или нет. Так, текай. Текай домой. Сейчас сразу отгрузи эти ловушки. Потому что они нам будут явно мешать. Да бляха. Все засрано. Так, это оставляй, чем мы еще перегружены. У нас еще сырое мясо есть. Давай быстренько попробуем сварганить. 1, 2. Сим-сим, откройся. Бери 2 куска мяса. Чё-чё, вот мясо мы можем барыжить, мне кажется, просто вовсю. Гурман, мясо надо? О,
ему нужен этот, как он, батончик. Сейчас. Я же его оставил, я же его не съел, я его не выкинул. И он не испортился. Супер. Почему здесь энергетик лежит? Давай сюда. Гурманыч, братишка. Сейчас он уже вверх поднимется списка. Держи! Наконец-то я втюхал это говно. Так, все, можем спать. Да? Перегруз у нас небольшой из-за сырьевого продукта. Сейчас мы этот вопрос попробуем решить. Ягоды просто имеют вероятность довольно быстро испортить. Иди в жопу. Есть вариант, что они испортятся. Я их, наверное, пока что в слот положу, чтобы они нас не перегружали, но и при этом не мешали. Как-то так сделаем. Все, пошли спать. 14 обоим у нас есть. Я думаю, этого нам хватит. Так, электричество отмена. И, бляха, я совсем забыл, что нам нужно было еще с генераторами трахаться. Сейчас проверим, может у нас получится вывести. Что-то отрубилось, но не все. Отлично, то есть мы таки смогли вывести, да? Я еще могу выключить плиту. И будем вывозить еще лучше. Отлично, слушайте, даже с тем количеством генераторов, сколько, 5 штук, они в целом работают. Это очень хорошо. Так, давайте их тогда заправим по шурику. Я не помню, правда, сколько у меня дерева осталось. Но я вроде ж поддоны разбирал, да? Это ж, наверное, все неспроста. Мне кажется, должно 4 будет работать. Но это не точно. Так, быстренько польем все. И текаем. Раз, два. Собирай пипесинчик. Пипесинчик это топ. Так, эти почти подросли. Вот это меня больше всего напрягает, что мы их в разное время собирать будем. Этого бы не хотелось, но да и хрен с ним. Так, оставляй и забирай тогда, получается, топливо. Нам сколько топлива нужно? 5 поездок, 20 топлива надо. Тык-тык. Раз, два, три, четыре. 20-ка топлива есть. 10 топлива продолжает перерабатываться. Претензий нема. Так, по продуктам у нас есть и энергетики, и еда. Также у нас есть топливо на проезд. У нас есть патроны, что не может не радовать. Ну, в принципе, вроде бы как все. Сейчас только... А, календарь... А, нет, стоп, он же придет в следующем месяце аж. Все, поехали, потому что нам ехать надо будет долго. Я очень сильно хотел бы верить, что мы найдем все, что нам надо. Но, как показывает практика, это далеко не всегда случается. Проблема в чем? У нас установили, собственно, приемник. Соответственно, мы сейчас будем ехать и будем пытаться найти сигнал, поймать сигнал с трансляцией. По-хорошему. Если все получится. Так, здесь надо прям хорошо починиться. 10 металла, ёпперсеты. Надо учиться ездить, что поделать. Иначе придется реально кучу металла вливать. Хер пойми зачем. Так, ехай. Загружаем сюда весь топливняк тогда. Я же правильно посчитал? Абсолютно правильно. Ехать вперед. Поездка у нас первая должна быть самая изичная. По-хорошему, мы даже можем тупо по обычной вроде бы ехать, да? У нас антенка появилась спереди. Я думал, это будет такая условность, типа, что у нас приемник появился. А нет. Так, аккуратненько. Со второй уже нельзя будет такие махинации проводить. Со второй надо будет уже на глаз определять. Препятствия на дороге, на обочине, либо нужно разгоняться и так далее. Ну, мы постараемся. У нас немножко металла есть. Если что, мы по пути сможем починиться. Я боюсь просто не успеть до ночи. Все-таки 5 уровней проехать. Это, мягко говоря, много. Первый, естественно, самый изич. И сейчас бах на обочине прекрата. Я такой, изич, говоришь? На, в лицо. Так, добрый день. Есть кто-то злополучный? Есть, конечно же. Пошел нахер. И тебя сейчас догоним. Так, здесь проход в шахту, здесь может быть что-то полезное. Так, пытаемся не нахламляться. Ради 55 баксов будем это брать или нет? Сколько оно весит вообще? Весит 3, ладно, пусть пока будет, потом если что выкинем нахер. Так, это мы схаваем. Грех не похавать на халяву. Пока что возьмем топливо. Потом может быть уберем. Золотишко весит по 3. Это всего 8 баксов за 6 веса. Опять же, идем от обратного. То есть, если забиваемся, то забиваемся по чуть-чуть, да и все. Так, змей, 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 кактус мне не нужен. Все, едем дальше. Уже 11 часов, вы серьезно? Ехай, ехай, ехай.
Так, тут уже надо поаккуратней. Уже немножечко аккуратнее себя проявлять, иначе могут быть проблемтосы. Так, разгончик. Красавелла. Главное, чтобы не занесло во время разгончика, и будет супер. Мне так не нравится, как он медленно выворачивает на обочину. Исходя из скорости его движения, что это в какой-то момент реально может плохо закончиться. Та-да-да. Вот сейчас он должен был прям словить лицом скалу, по-хорошему. Уезжай, так, отлично. Кактус в баню. Отлично. То, что без повреждений, это большой плюс. Так, а я перезарядился? По-моему, нет. Так, релодимся на всяк пожарный. Мусор. Роднулька мой. Мусор я вообще, наверное, брать не буду. Он очень тяжелый. И он, мне кажется, прям совсем того не стоит. Так, топливняк, это у нас что? Это одна из консерв. Это что? Это бита? А, это топор, по-моему, лежит. Так, открывай. В ящике, по идее, самое ценное должно быть. Гранаты тоже не берем. Стаканы я не беру. Мусор не беру. Сим-сим, откройся. Ковер. Ковер, пожалуй, он много весит. Тройку тоже, да? Стул не нужен, спасибо большое. Все, текаем дальше. Уже час. Ну, если сделать микрорасчеты по 2 часа на уровень, то мы вроде бы должны успеть до ночи. Вроде бы как. Так, тут самая жопа начинается. Спокойно, спокойно, без заворотов. Еще один сразу же. Новиночка. Так, это на обочине. Еще один разгон. Давай. Кто бы еще по такой пустыне гасал, серьезно. Так, отлично. Пока все хорошечно. Еще раз. Ну давай. Царь дорог, мать его. Мы ж после четвертого не заезжали. Не забываем об этом. Там могут быть еще какие-то приключения. Змеюка нахер. Нахер. Мне кажется, что уровень поднятия боевки все-таки сработал. Ой, ой. У них звук наложился друг на друга. Раньше, по-моему, этих змей мы с двух выстрелов убивали. Но я могу ошибаться. Так, перекусить не желаешь, молодой человек? Бон аппетит. Так, и давай, наверное, энергетик бахнем. Так, что у нас здесь? Опять шахта. Монеты, нож весит 0. А почему нож весит 0? Похер. Так, здесь у нас что? О, изумрудик я, пожалуй... Я не помню, сколько он стоит. Он то ли второй по цене, то ли третий. Золото, ну пока возьмем. Пока возьмем, если мы ничего не найдем лучше, тогда останемся с этим. Но я уверен, что мы найдем лучше. Но опять же, в прошлый раз мы просто загрузились мусором. Давайте будем честны. Так, уже 3 часа. Поехали дальше. Так, добрый вечер, я диспетчер. Начинаем с разгончика, по традиции. Обочина. Обочина. Обочина, разгон. Я как очень херовая ИИшка пытаюсь определять. Пфф, слав тебе, господи. Еще разгон. Сегодня нам везет на разгоны, слушайте. Неимоверно причем. Прям очень везет. Так, нормально. Отработали. Отлично. Не то чтобы сильно страшно удариться об что-то. Проблема больше в том, что мы просто экономим металл, если не ударяемся ни обо что. А это куда важнее. Это что, газстейшн? Хера себе, вас тут наплодилось. По-моему, вас поменьше раньше было, не? Херли, вы сюда лезете. Кто вызвал? Так, 11 барабанчиков осталось. Еще где-то есть. Что, оно уползло за карту? И как мне с этим быть? Окей. Так, два телефона обязательно забираем. Нож ни хера не весит, продадим. Кусок ткани весит 10. Пожалуй, откажусь. Так, перекуси. Что здесь еще есть? Куча топлива еще есть. Я не уверен, что оно нам надо. Но мы его можем, по сути, сразу в машину загрузить. По-моему, оно ж никуда не денется, если мы его загрузим в машину. Если я не ошибаюсь. Так, здесь ничего, ничего. Еще раз.
Да я слышу змею, она не хочет ко мне идти. Меня этим не спугнешь. Так, 5 часов вечера, отлично, мы успеем даже до ночи, по-моему. Так, если мы вот так сделаем, ехать, мы можем сюда загрузить топливо. И ехать себе дальше. Правда, оно почему-то красным отмечет. Похер. Так, с 4 на 5 будут какие-то новые испытания. Затупил очень сильно, только что затупил. Разгоняться начал. Тут они как-то почаще стали появляться. Но в целом сносно. Там машина была впоротая в скалу, или мне показалось? Вот это подстава. Это прям подстава. После прыжка перед лицом сразу же тебе этот... Не надо так делать. Я не фанат подстав. Все, слава тебе, Господи. Боже, мы проехали 5 уровней и не врезались в него. Это уже большая победа. Так, есть кто? Конечно, есть. Тут сейчас будет шайка, скорее всего. Пау, пау, пичу, пичу, пичу. Релот, быстренький. Гроза волков. Это сколько я их перебил. Что я прям стал грозой волков. Хорошо. Стреляй, дурашка. Лол. Прям ровненько на барабан набегают. Кстати, шкуру получил. Это НЛО? Вы серьезно? Лол, как чебурек. Я даже этот ящик могу посмотреть? Нихера себе. Пластик, стекло. Еще пластик халявный. Это я люблю. То, что нихера не весит и полезно, это я люблю. О-о-о-о, еще и телефончик. Прям отлично. Найти что-нибудь оскорбление. Мне кажется, мы сейчас дальше сможем поехать, нет? Сигнал мы так и не нашли, да? Заслужить доверие, поймать сигнал. Свобода радио. До сих пор не поймали. Bad news, так сказать. Так, перекуси. Дальше я пройти не могу, да? Ожидаемо, путь заблокирован. Окей, мы топливо собрали. Сейчас, по идее, можем еще дальше поехать, но... Мы ж можем, да? Рискнуть. Так, окей. Рискнешь ли ты, как говорится. Ой, ночью очень плохо ехать. Очень плохо ехать ночью. Так, ну эти вроде подсвечиваются. Хотя бы шушуть. Так, ну мы из рисковых, если что. Разворот, поворот. Разворот, поворот. Разворот, поворот. Развор... Перестань, может, нет? Нет, так нет, я понял. Да ёпрасоте! Действительно какая-то жопа в пустыне. Не, доехали, слушай. Норм вообще. Так, у нас сколько? 7 обоим. Здрасте. Мега удав. Релот быстренький. А, ты твою мать, оно живое осталось. Там еще куча мелких змей было. Почему-то отошел, понял. Откуда они у меня из жопы повлазили, я не понял сейчас прикола. Релотнись быстро. Мега удавы пошли какие-то. Ёпрс, это хер ли вас так много? Нормально, жри. Еда просто спасает. Поскольку в них патронов вошло, ёпрст. У меня патроны закончились, лол. Просто лол, кек, чебурек, вы серьезно? Ну сейчас будем этим, мастером ножа, по сути. Хотя мне говорили, что топор сильнее ножа. Но я надеюсь, здесь больше никого не будет, пожалуйста. Пожалуйста, не хочу больше ни с кем драться. Я миролюбив, честно. Уже ночью ёпрст. Так, открываем ящичек, тут еще один телефончик, на который нам никто не звонит. Разбитый самолетик, кстати, такой же военный, который мы в лесу находили. Если шо. Вы серьезно? Вы серьезно? Это все? Это, мать вашу, все? А там что? Там то ли искры какие-то летят, то ли хер пойми. Это не по-человечески, вы что? Так, ну военные ящики я так и быть заберу. Этим грех не воспользоваться.
Забирай, забирай, не стесняйся. Надо будет наше потом заменить. Ну, слушайте, если мы сейчас по пути назад не поймаем сигнал, я охерею просто. Что я могу сказать? Я просто охерею. Так, нож пожрать. Сейчас я вот так проведу фонариком. Может, тут еще где-то какие-то кейсы лежат. Ты не туда фонариком будешь, дурашка. Тут я пройти никуда не могу. Ящиков здесь больше вроде бы нет. Вот этот единственный был. Ну, что я могу сказать? Мы чуть не погибли. Мы очень близки были к тому, чтобы погибнуть. За это мы получили общим счетом нихера. Ну и нам ничего не остается, как ехать назад. А, стоп, антенка. Использовать. Так, попробуем еще раз. Медный змей. Инструмент террористических атак на границе. Обязаны терпеть. Помехи. Сигнал стал сильнее, но я все еще не могу понять сообщение. Нужно двигаться да еще дальше. Ты шо с ума сошел, братишка? Вы задумаетесь двигаться еще дальше. То есть надо с собой брать не двадцатку топлива, а желательно сороковку. И херачить в далекое-далекое. Светлое будущее, возможно. Или нет. Короче, возвращайся к Джо в любом случае. Недостаточно топлива. Естественно, недостаточно. А это все мы продадим. Так, нам есть о чем поговорить с ним, нет, да? Скорее всего, не будет о чем поговорить. Эй, удалось словить сигнал. Пока нет, прости, да. Нам не о чем говорить, к сожалению. Все, отпусти меня. Отпусти, мне спать надо идти. Брнём-брнём. С электричеством все в порядке. Славьте господи. Хоть с чем-то все хорошо. Так, можем ли мы втюхать то, что сейчас нашли? Так, первая это шахта. Сколько у нас? 40 кет стоит. Отлично. 74 подняли здесь. Это еще у нас прошлых походов, по сути. Так, гнильца пепесин забирай. Тут мы все отдали. Ну, мы, по сути, нашли кучу разных... как они называются? Забыл словечко. Он, кстати, мусор больше не покупает. Я хочу винтовку. Вообще-то. Начнем с этого. Так, еще электроника появилась. Это все давай мне. А кто ножи покупал? Подождите. Кто-то с какой-то периодичностью, но покупал ножи. Будем ждать. Я готов втюхивать. Если что. Нам нужно, короче, заменить ящики, разобрать оставшуюся электронику, которую мы понаходили. Это у нас будет уже... Ты ж по 2, ты по 1, бляха-муха. Будет всего лишь 14, 16 точнее. Будет 16 электроники. Но с этим уже можно будет что-то делать. Это уже ближе к лучшему направлению. В любом случае, мы были на каком? На шестом уровне пустыни. И сигнал все еще был неразборчив. Мне кажется, что нам нужно патронов 200-300 запасти. На всяк пожарный. Парочку ножей. Тоже на всяк пожарный. И с большой надеждой. Да я, опять же, я не понимаю. За день невозможно успеть так много проехать. Это если вообще не лутать, а чисто тыкать антенку ехать. Тогда, возможно, да, можно успеть. Но мы попробуем, мы попробуем. Мы сделали и так большое путешествие, мне кажется. Пора спадки. Поэтому, ребятки, всем спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.